Семья Исаевых образовалась 50 лет назад. В сентябре 1965 года на лестнице Енисейского пединститута Николай Федотович впервые увидел свою будущую жену. Увидел. Она идет по лестнице, а тут мы в курилке. Старинное здание. Прям почувствовал, что говорю, вот жена моя будет на всю жизнь. А вот студентка первого курса Лариса была девушка бойкая. Любому могла дать отпор, да еще и рукой приложиться. И когда один нелицеприятный случай с ее участием разбирали на институтском собрании, она и обратила внимание на Николая. В конце сентября, в начале октября, за драку выгоняли с института. А он работал в правком, чего-то такое, в заседании принимал участие. И он меня защищал, активно защищал там. Просто и меня оставили под честное слово, что я больше не буду. Все, и я обратила внимание. Хоть нашелся, который посчитал, что если парень с девкой дерется, то виноват парень всегда. Он так и понял. А то обвиняли меня, что я виновата во всем. И мы 23 февраля, именно 23 февраля, и расписались уже. То есть в сентябре поступаю учиться, 23 февраля я выхожу замуж. Николай Федотович из многодетной семьи. Судьба помотала его по разным регионам бывшего Советского Союза. Работал в Воронежской области, поднимал целину в Хакасии, трудился на шахте в Донбассе. По призыву партии он работал на мотопоезде в Корее, работал учителем физики, а затем директором школы и школы-интерната. Находил общий язык с детьми и взрослыми. Работа отнимала много времени. Николай Федотович не видел своих детей порой по несколько дней. И лишь благодаря мудрости своей жены авторитет отца был непоколебим. Он уходил, они спали еще, потому что ему интернат надо поднимать детей. Мои спали. И приходил, когда уложит там все спокойно, приходил домой, мои уже спали. И я от его имени всегда говорила, вот отец придет, я все расскажу. Лариса Юрьевна тоже много повидала и хлебнула на своем веку. По призыву партии семья Ларисы переехала на север, в Норильск. Там и началась ее трудовая деятельность с воспитателя в детском саду. А далее были школьная библиотека, преподавание в учебно-производственном комбинате, работа учителем русского языка и литературы в школе. Четыре созыва она была председателем городского комитета профсоюза, председателем Енисейского горсовета ветеранов. Ее сил и любви хватало на всех. И, конечно же, на любимого мужа и детей. А их у супругов Исаевых 5 и 9 внуков. Это вся наша семья. Все это 50 лет он был, они медальку дарили. Это мы с мужем, вот они. Старший сын со своей женой. И ребенок у них, Саша, внук наш. Потом следующий идет сын, Вадим. Вадима знаете. Это его 3 девчонки. Потом Женя идет, средний. Ее дети. А Жени приемной нету здесь. Потом Володя идет. Участник наш. Ну, теперь у него 2 детей уже, девочки уже. 2 года почти что. Это младшая дочь. Ну и внучка самая маленькая получается. Семье Исаевых часто приходилось переезжать из одного поселка в другой. И везде Николай Федотович строил для семьи дом. В Темрюке, куда они переехали в 2002 году, он обличковал кирпичом дом, обустроил времянку, построил баню. Там все моются, тут и ванны, все. Я и там это глубинное я тут сделал. Угу. В общем, это горячий, холодная вода. В 1982 году Лариса Юрьевна была награждена медалью за материнство 2-й степени. Эту награду, как значки о высшем образовании, медали «Ветеран труда», они с супругом хранят рядом со множеством фотографий, дипломов, газетных публикаций. В их доме много книг, стены украшают газеты с фотографиями, сделанные детьми и внуками.